Сегодня мы начнем с партера. Два приема. Некоторые борцы вот путают растяжку. Не, ложись. Путают растяжку, да? То есть вот есть такой способ, допустим, растяжки. Вот отсюда взяли ногу, вот. И цепляем отсюда этой ногой. Цепляем отсюда. И прогибая сюда, мы потихонечку его... Вот здесь вот надо вот туда разворачиваться. Если я сюда развернусь, он встает на меня, здесь еще получается 2-2, да? Еще развернемся в этой ситуации. Вот. Вот отсюда забираем ногу, вот. И как можно выше отключаем, да? Здесь я закидываю ногу сюда и идет вот сюда движение. Это вот один вариант зацепа. А теперь другой вариант. Теперь мы берем, вот не отсюда вот мы берем, да, а мы вот отсюда забираем ногу, вот. То есть вот отсюда, вот. Вот. Две разные растяжки, вот. Вот здесь. Да, то есть это надо понимать. Здесь даже можно отсюда взять, вот, раз, две, и уже... Уже я его уже взял на растяжку. Вот. Здесь, не здесь сидим, а вот здесь переходим сюда выше. И отсюда мы прогибаемся за подбородок. За подбородок забираем сюда. Бывает так, что противник вот отсюда, если мы взяли его движение раз, уже у нас есть захват. Бывает так, что он физически сильный, не дает. Значит, что мы здесь делаем? Если мы чувствуем, что мы забираем здесь руку, да, вот здесь забираем вот эту вот руку сюда, забираем эту руку сюда и делаем к себе, да? Вот. Но здесь есть еще вариант. Если вот здесь вот мы получим его руку отсюда, то мы вот отсюда его растягиваем. Вот уже начинает стучать. Если мы его растягиваем отсюда, это неправильно. Он забирает здесь нашу руку и сюда меня переворачивает, вот сюда. Вот сюда, да, вот сюда, вот. Вот. Почему происходит? Потому что не здесь надо отключать, а вот здесь надо отключать. Вот. Здесь уже он начинает уже стучать. И в стойке. Вот ситуация. Вот, допустим, с перевода, да, мы взяли вот эту вот руку, немножко затягиваем к себе и зашли вот сюда, да, вот. Вот мы зашли. Здесь. Уплотняем захват, ногой перекрываем, с отрыва, и мы его сюда сбиваем, да? С отрыва. Теперь, это мы теперь сейчас на 2 балла, да? Теперь мы делаем движение, вот, заходим, уплотняем захват, перекрываем, да? Вот перекрываем, и идет раскручивание. И сразу еще 2 балла, то есть... Делаем 4 балла и по 2 балла накаты делаем 3 раза, получается 10 минут. Вот еще раз, вот, дошли, уплотнили захват, вот и захват, и перекрываем, и отсюда бросочек, но захват не распускаем. И делаем накаты. Что мы делаем, если противник убирает, как... Ну, если он прочувствовал, что мы делаем тогда? Вот мы зашли, значит, начинаем перекрывать. Перекрывать, он убирает ногу вперед. Здесь. Чисто к себе. И здесь мы его. Вот это мы его тушим. Еще раз. Вот мы сделали перевод, зашли. Хотим его бросить, он коленку убрал. Коленку убрал. Значит, здесь мы вот так к себе. И какой полубросочек на туше. Здесь надо с ним встать вот так вот во ртом для того, чтобы он не накрыл. На самом деле, из этой ситуации, в принципе, вариантов много. Ну, мы еще один вариант сегодня покажем на сегодня. Вот, например, сделаем перевод, он поворачивается в сторону, раз, и мы атакуем здесь ногу. Все, спасибо.